Президент Польши Анджей Дуда выступил против репарации евреям, у которых отобрали имущество в годы Второй мировой войны. Он заявил, что никогда не подпишет закон, который приведет к тому, что одна этническая группа будет иметь больше привилегий, чем другие. И, намекая на Германию, отметил, что выплатами компенсации пострадавшим евреям, их семьям и потомкам должны заниматься те, кто развязал войну.